попал в чертову кукольную деревню. Я прерывалась в Камчатке, я жила, а сам уже не поверите, я дочь генерала сразу. Мне там сказал муж: «Голубка, подойди ко мне, он шифровочку мне как дал, там нужно одно дельце разобрать». Я сразу села международный, раз, затем я села на турбоэлектроход, два, и сразу Голубка прискакала к своему милому, сразу посмотрела, сразу прилетела обратно в Москву, сразу после этого кое-кого сняли, кое-кого поставили на место, и потом сразу же наш хлоп стал гораздо лучше. Нарарита-та-та-та. Вы смотрели ли это оттуда? Как вам этот фильм понравится? Как вам рыбников понравится? Говорят, он тоже за мной, да, и немножко тоже-тоже. Это было, ну, когда-то, когда я к папочке приходила в госпиталь, я с ним встретилась однажды в коридорчике случайно. Он так мне подмигнул, что я просто растаяла, что я просто все позабыла. Неужели это правда, что я так хороша с собой? Ну, давайте вместе, в унисон. Что, нет, нет, из голоса безобразие. Слушайте, дайте немедленно, что стул мне, или как, рояль мне. Жаль, нету музыкального инструмента, на чем же нет гребенки, да на чем же мне играть? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, подождите, мой любимый вальс ведь Штрауса, это Вена дорогая. Вы что, действительно, смеяться думаете? А что, шуточки? Вы что, забыли, что я дочь генерала? Что мой отец защищал Ленинград, мой бедный папа узнал в величьем кладбище? Смеяться, что ли, хохмы? Ну что, какие там хохмы могут быть? Ну так, я вам скажу, поехали мы с мужем в Левадессу. Поехали. Для чего вы думаете? Муж устал, он чересчур занят, он у меня сановник такой, знаете, с большими эполетами. Он все сидит, сидит, уже и две академии кончает. Мне-то мой папаша говорил, его-то мой папаша называл вечный студент. Для чего мне надоело?